Ну что, девчонки, давайте посмотрим состояние вашей энергетики. Сделаем 4 варианта, будем смотреть на оракуле экзогенезиса. Уже давно не проверяли энергетику, все ли там в порядке. Будем доставать по 4 карты на каждый вариант. Загадайте пока циферку 1, 2, 3 или 4. И мы сейчас все посмотрим. Так, есть ли какой-то негатив? Общий онлайн расклад на 4 варианта. Поехали смотреть. Значит, первый вариант 4 карты. 4. Второй вариант. 1, 2, 3, 4. Третий вариант. 1, 2, 3, 4. Четвертый вариант. 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2, 3, 4. Все. Быстро. Выбираем, долго не думаем, что в голову приходит, сразу же та циферка ваша. Ну что, первый вариант. Девчонки, у вас тут все супер, у вас обалденная есть защита. Вот, сейчас вы продвигаетесь очень сильно по карьере, у вас все хорошо с темой отношений. То есть вообще такая тематика, что вы под защитой и все очень-очень хорошо. То есть о вас заботятся, вас любят, вас оберегают. И все супер. Я очень рада, единички. Тут все замечательно. Двоечки, что у вас? Что у вас? А у вас, девчонки, есть негатив. Причем кто-то работал через вольт. Почему? Кто-то под маской сидит, не показывает своего лица. Ваши злодеи, да, из-за мужчины. Какой-то вулкан тут страстей из-за мужчины, который имеет какие-то вредные привычки. То есть тут деструктив 100% есть. То есть люди могут вам в глаза улыбаться, а сами вам тыкать эти иголочки вольт. То есть тут надо обязательно смотреть. То есть тут тема отношений, девчонки. Из-за темы отношений. О-о-о. Ну, смотрите, то, что сейчас в вашей жизни происходит, не всегда это именно магия. А то, что вы сейчас имеете, вы это реально заслужили почему-то, да? То есть, да, есть огромная злость вокруг вас. Какие-то люди гнилые, по сути. Вы очень сильно кому-то привязаны. Девчонки, вот привязку к этому человеку нужно, конечно, было бы классно убрать. Но магии тут нету. А то, что сейчас в вашей жизни происходит, это все по справедливости. То есть тут может быть, кстати, от высших сил наказание какое-то за что-то. Ну, злость, да, агрессия есть, и привязка к кому-то очень сильно есть, но какие-то магические воздействия нет. От высших сил наказание, да, может быть. Так, четверочки. Ну, что четверочки? А тут говорят, что у вас... Вы, конечно, получили какой-то волшебный пендель, избавились от какого-то клоуна в вашей жизни, либо уже процесс освобождения идет, что раскроется какая-то еще информация, которую вы не знали, да, и что действительно пинок получили и пошли вперед. То есть сейчас у вас процесс обрыва связи с каким-то клоуном, с каким-то мужчиной, да, освобождение. Но тут негатива нет, девчонки. То есть получается, что у нас негатив есть во втором варианте 100%, да. И в третьем очень большая агрессия и очень большая привязка. Единички, вы молодцы. Скорее всего, прорабатывали эту тематику. Ну и четвертый вариант, да. То есть тут, в принципе, более-менее спокойно. Все, давайте вас обнимаю. Пока-пока.